Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот, собственно говоря, подвал. Основные достопримечательности этого подвала в том, что в нем никогда не убирали с тех пор, как его зашили ковролином и вот этой херней всякой, типа фанеры. Еще что интересного. Микрофон валяется на полу, вот этот обычно. Он работает через раз. Непонятно почему. Также принято в углу бросать барабан рабочий. Ну и как бы раскидывать всякое говно. Есть компьютерный стол. Специально для употребления спиртных напитков и подписания контрактов на звукозапись с этой серьезной компанией. Есть замечательные картинки. Тут, наверное, лесоповал, Бен Джойс, там, экстази какой-то. Диплом есть какого-то человека или организации. Извините, вы сказали Бон Джовис? Бен Джойс. Бон Джойс. Да, ну это, наверное, реклама какого-то алкогольного напитка, я так понимаю. Вот это вот, что он делает с людьми. Вот это результат длительного употребления алкогольного напитка. Что вот билет есть неиспользованный, 50, на троллейбус, куда? Кременчугское троллейбус направление, пожалуйста. Что тут хорошего, как бы, что тут хорошего? Да ничего тут хорошего, ноутбук хороший. Я хороший. Оператор неплохой тоже, тоже хороший. Гитара тоже, кстати, симпатичная, хороший. Да. Вот как бы в пыли, вот в такой вот непонятно где, мы пытаемся что-то создавать, какие-то звуки извлекать из этого всего. Ну, посмотрим, может получится.